Одно из самых популярных мест отдыха ивановцев – парк имени Степанова – заметно преображается. Только в этом году на его благоустройство чиновники потратили 9,5 миллионов рублей. Больше половины этих денег ушло на установку скейт-парка. Сейчас его закрыли на зимовку. Остальные средства ушли на асфальтирование дорожек, установку урны садовых диванов и освещение левой аллеи парка. Действительно, парк был в запущенном состоянии. Вот за последние годы действительно парк преображается. Установлен и новый скейт-парк, и заасфальтированы дорожки. Сегодня здесь количество отдыхающих увеличилось практически в два раза. Лесной массив освобождают от валежника, старых и поваленных деревьев, а также от металлоконструкций. Аттракционы переносят ближе ко входу. Сейчас все силы сотрудников парка уходят на подготовку к предстоящей зиме. Сейчас парк активно занимается подготовкой к зимнему сезону. Это в первую очередь два основных катка. Детский отдельный каток и семейный каток. Отличаются они площадями и, соответственно, по безопасности. Активно будут развиваться в этом году лыжное направление, горнолыжный спуск, катание на сноутюбах. Чтобы защитить парк от вандалов, в его центральной части установили видеонаблюдение. Сотрудники парка надеются, что 14 камер и нескольких патрулей конной полиции будет достаточно, чтобы то, что сделано сейчас, не пришло в негодность уже к весне. В планах у нас будет установка в этом году новой такой трассы, на которой можно будет вместе с детьми использовать зимнее время, естественно, значит, будет прокат организован специальных так называемых ватрушек, на которых можно спуститься с горки. Мы сейчас этот съезд обустраиваем, это будет сделано до начала зимы. И второе, в планах на следующий год, естественно, это установка освещения вдоль всего основного кольца. Чиновники рассчитывают продолжать благоустройство и в течение двух ближайших лет превратить парк в центр активного отдыха спортивной молодежи. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.